Друзья, всем доброе утро. Правда, оно у меня не очень доброе сегодня. Началось с ДТП. Остановился на пешеходе пропустить женщину, и мне сзади въехали. Ну, правда, не сильно, потому что я был последним звеном. Я когда притормаживал, смотрел в зеркало, что сзади чувак успевает тоже притормозить. Но оказалось, что за ним чувак еще один не успевает притормозить. Как бы я уже все остановился и такой слышу буф, удар сзади. Оказалось, что там еще один въехал. На Весте ехал, Лада Веста. Я въехал в Ларгус, и Ларгус откинула и в меня немножко там помяло мне. Ну, даже сломала там чуть-чуть, поцарапала бампер. Ну, в принципе, ничего страшного. А вот, еду на участок, там ребята работают, сейчас посмотрим, что они сделали. Кроме ДТП, еще только отъехал с места ДТП, и мне камень прилетел в лобовое. Че сегодня за день такой, не знаю. Вот, звездочка появилась на новом лобовом. Я его буквально там 3 месяца назад поменял, когда делал страховку. И вот, первая звездочка. Надо заехать, заклеить, чтобы не разошлась. Так, все снова разрыли, перекопали. Приветствую. Первая стояла вот здесь, а вторую я не вижу вот здесь. Вот тут разница с этим. Вот, вот, вот с этого бутра. Да, вот. Так вот все обкопали под дренажку. Вода тут у меня так и стоит, не уходит никуда. Тут что происходит? Что-то делают, лестницу засунули. Воду тоже откачали, отчерпали еще. Все, воду полностью отчерпали. Тут была еще вода, 20 сантиметров. Вижу, вон экскаватор приехал уже на участок соседний, еще один. Вот этот копал, сейчас еще дальше копает. Сейчас пойду предупрежу, чтобы ко мне потом еще заехал, раскидал землю. Смотрим, что сделали за сегодняшний день. Отрезали трубу от скважины, вот эту уменьшили.
протянули уже сюда трубу, пенопласта туда накидали еще. Трубу не одели в утеплитель, но накидали пенопласт и засыпали. Тут завели все трубы в колодец коммуникационный. Тут бы надо грязь еще будет вычерпать. Все, кабель электрики затянули. И со скважины воду затянули. Полностью в круг прогребли дренажку для отмостки. Вот кабель сюда затянули, силовой, который от щитка идет. И здесь получается вода приход, вода грязная уход, и идет потом на фильтр. А вот эти вот уже пойдут на другие дома. Так, тут пробили трубу одну. Сломанная какая-то. Значит, у нас минус труба. Трубу одну пробили. Сюда можно запихать, если что, тонкую такую трубу. Так. Понятно. Я тут почти что-то шлифовал потолок. Осталось буквально квадратный метр. Но уже неохота на сегодня. Темно уже скоро будет. Все, вот здесь тоже все начали подсыпать под канализационную трубу. Прокопали все. На днях доделают. Здесь хотят сделать дренажный колодец на вот этом углу. Вот в этом месте. И все туда в канаву отводить. Вот такие, друзья, на сегодняшний день дела. Завтра у меня не получится приехать, послезавтра приеду, посмотрим, они завтра уже тут, наверное, сделают многое. Ну, еще зависит от того, привезут песок, что еще, щебень. Сейчас им важно песок тут подсыпать и щебень, чтобы дренажку сделать. Сейчас трубы убрали вот эти все, уже стало симпатичнее выглядеть. А то это все тут торчало. Жесть. Ладно, погнал я тоже домой. Сегодня такой день дурацкий. С этим ДТП с утра. Вот. Всем пока. Не забывайте поддержать лайком обязательно это видео.